Всем привет! Сегодня мы продолжаем смотреть постройки с почты. Большое спасибо за то, что отправляете свои постройки. Только обращайте внимание на качество записи видео и особенно звука. Привет, короче. Ух, я у тебя на экране теперь, наконец-то. Сегодня я построил вот такого вот фантома. Еще с помощью этого рычага он может стрелять из пушек. Красивая анимация крыльев. Надо нажать больше на этот рычаг. И вот такая вот анимация получится. Всем привет! Сегодня я покажу вам свою постройку. Она называется яхта. Вот такая. Тут есть нос, тут есть стекло, как и в обычных яхтах и машинах. Нос тут довольно небольшой и с небольшим наклоном. Я бы сказал, его даже нет. Тут есть, кабина пилота. Тут есть кровать, тут есть унитаз, на котором можно справить свои нужды. Тут заперто. Там ничего нету, но рано или поздно там что-то появится. Ух, сегодня в этот раз. То есть построил такую вот штуку, на которой опущается каскадёра. Как я помню. В нее мы залезаем сначала. Ставим рычажок. Так вот делаем. Этот рычаг отвязываем. Желательно, чтобы кто-то другой включил. Ну, так уж получается. Сейчас эта штука вот так вот работает. И в ней цель не упасть. Вот так вот, то есть. Но только я упал, но я не выпаду, потому что у меня тут стенки с включенной коллизией. Всем привет! Сегодня покажу вам свою постройку FNAF. Заходим внутрь, тут три стола и сцены. Но тут нет аниматроников, так как их нереально сделать. Ну, имба я не знаю. Это две. Ее можно закрыть и открыть. Это свет. Его тоже можно включить. И тут то же самое. А тут тоже самое интересное. Камера. Это сцена. Это коридор. Это второй коридор. Это уже праздничные столы и вместе с сценой. На этом все. Всем привет, сегодня покажу вам две постройки. Гелик и Доль. Внимание, они практически не схожи с реальными моделями. Вот наш гелик. Обычная машина. Но тут есть недостаток. Вот. Это блокирует вид. Тут также есть багажник, на котором можно залезть, который. Это мой Dodge Challenger, если его можно так назвать. Я не знаю, какая это модель. Давайте залезем в него. Тут нас встречает золотой бог, с помощью которого мы держим равновесие. Также тут есть ускоритель. Ну что, давайте начнем. Теперь можно вот так кататься на дебагах. Я бы сделал контроль этого всего, но я не знаю как. Что, также тут есть ускоритель. Сейчас мы его протестируем. Но, к сожалению, на большой скорости машина неуправляемая. На этом все. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.